Ребята, всем привет, меня зовут Лика. В комментариях вы очень часто просите снять видео Back to School. Поэтому я решила сегодня снять Back to School, посмотреть, что у нас продается. Сегодня я пойду в Fix Price и Буквоед. Конечно, нового завоза никакого еще нет, но давайте посмотрим, может быть, что-то новенькое и есть в Fix Price и Буквоеде. Сейчас отправляемся в Fix Price, хочу посмотреть наличие канцелярии в школе, что вообще есть в фикс-прайсе, потому что, ну, еще не время канцелярии, но так как очень много сейчас комментариев насчет Back to School, чтобы я снимала Back to School, мне самой стало интересно, можно ли сейчас что-то купить из канцелярии для школы, поэтому давайте посмотрим. Мне кажется, сейчас будет очень мало канцелярии, но посмотрим. Канцелярии, конечно, не очень много, но давайте я вам покажу, что здесь есть. Очень много тетрадей в клетку. Различные обложки. Мне вот эта очень понравилась обложка, прикольная. Я, конечно, сейчас не сдержусь и парочку тетрадей себе приобрету. А может быть, что-то еще. Вы же знаете, как я люблю канцелярию. Может быть, ластики приобрету. Всеми любимые. А вот, смотрите, тоже прикольная. Вот такая вот. Санкт-Петербург. Вот эти две возьму. И та тетрадка в клеточку. А еще есть такие. Тоже в клетку. Нет, вот эти вот мне больше нравятся. Смотрите, с петушком. Вот такая. Есть вот такая вот яркая тетрадка. 48 листов, тоже клетка. Здесь, походу, все тетрадки в клетку. А вот такой есть. Тоже клетка. Это тетрадка на кольцах. Ой, смотрите, какая классная с совушкой. Обложки. На тетради. Для тетради и дневников. В наборе 20 штук. И эти обложки стоят 50 рублей. И, кстати, в этих тетрадях 80 листов, а вот в этих 48. Три штуки 50 рублей, то есть одна штучка стоит 16,60. А 80 листов, тетрадки, две тетрадки стоят 50 рублей, а одна тетрадка стоит 25. Ой, какой классный альбом. С ежиками. Ой, но мне, к сожалению, альбомчики не нужны. Так, это тоже тетрадка, здесь 80 листов. Пластиковая обложка, 199 рублей, она, кстати, одна. Но мне не очень нравится цвет, расцветка. Так, ну здесь разные блокнотики. Ой, какой прикольненький, маленький такой. У меня тоже блокнотов много. Смотрите, какие классные. Вот такие вот прикольные блокнотики. Тоже в клеточку. Почему здесь все в клетку? И тоже 80 листов. Ой, а вот прикольно тоже. Тоже в клетку. Да что ж такое? С енотиками. Позитивный блокнот. Класс! Вот это классный блокнот вообще. Тут разные есть енотики. Вот такой. Вот такой. Вот это прикольно. Рисунки везде. А нет, это разные рисунки. Мне вот этот очень... А нет, одинаковые. Одинаковые, да, рисунки. А вот. Вот такой. Тоже прикольненький. Ой, здесь розовые листики. Давайте переходим дальше. Блокнот для создания гравюр. Карандашики цветные, многоцветные. Но здесь разные наборы. В том году, кстати, вот таких вот не было. Это похоже как на ластик. Вот тут переставные карандаши. Здесь 4 штучки. Ой, смотрите, какие ручки. Да, это гелевые ручки. Вот такие вот прикольные. С арбузом! Я вот это возьму себе. Вот это вот убираем. А вот эти вот возьму ручки, прикольные. Пальчиковые краски, тоже новинка какая-то, раньше не было таких. А вот. А, ну это сразу идет пенал и карандаши. Ножницы. Текстовые делители. Листы отрывные для заметок, 100 листов. Здесь тоже разные расцветки есть, такие вот морские, в розовом стиле. Потом вот здесь есть вот чайные такие, как... Вот такие вот складные ножницы в футляре. Мне кажется, удобно носить, но резать ими неудобно будет. Ну, не знаю. Набор для бумаги для скрапбукинга. Класс. Но у меня еще есть, я еще не все использовала. У меня есть набор специально, мне на день рождения дарили. Здесь разные расцветки есть, смотрите. Вот такие. С Нового года осталось. Листы для заметок. 300 листов. Новый год.
набор для творчества, трафареты, наклейки, раскраска. Вот такая вот папка для документов. Вот такая вот, но не знаю, мне кажется, она непрочная будет. Две расцветки, вот такая, вот такая. Так. Это коврики для творчества на столы. Тоже разные цвета есть. Вот такие, вот такие. Очень нужная, кстати, вещь у нас есть, но мы покупали в Икее. Мне вот это вот нравится. Классно. Итак, мои покупочки, но я вам покажу их дома и протестируем ручки. Сейчас хочу еще сходить в буквоед, посмотреть, что в буквоед продается. Ну, в буквоеде тетради, конечно, очень много, очень разные, очень красивые тетрадки. И не очень. И не очень красивые. Например, такие вот мне не очень нравятся тетрадки. Вот это прикольненькое. Но мне больше всего нравятся тетрадки вот такие вот с городами. О, вот смотрите, какая классная. Прикольно вот это. Да, вот это прикольно. Лондон, Париж. Вот тоже. Мне вот такие вот нравятся. Я хочу в этом году именно тетрадки вот такие вот с городами все. Маме понравилась эта тетрадка, мне не нравится. Такая милая кися. Грустная. Говорит, купи меня, пожалуйста. И купи. Не, мне не нравишься купи, ты. Ты мне не нравишься. Купи. Смотри. Еще в этом году я не хочу тетрадки, которые так будут подписаны. Физика там. Читай Тимати. Физика Тимати. С предметами, в общем. Литература нет, такого не хочу. Лик, купи меня. Лик, ну купи. Ну купи! Да нет, вот такие вот мне очень нравятся. Такого плана купи. У меня будут все тетрадки в этом году вот такого плана. Я крутая зебра. Йо! Е! Ага. Мумитроли! Кто знает мультик Мумитроли? У меня были это для нот. Не, спасибо, я там музыкой не занимаюсь. Да, к сожалению. Тетрадь на кольцах. Но почему все в клеточку? Я не понимаю, в чем прикол. С цветочками, с пионами. Мама, с духа. Мама, что ты снимаешь? С духами. Что ты нашла? Папка на молнии. А сейчас проведу back to school я. Пойдемте со мной. Лик, пока. Иди сюда. Папка на молнии. Разные цвета. Блокноты. Обалдеть, какие красивые блокнотики есть разные. Смотрите, какая кайфовая обложка для паспорта. У меня же лапки. Мимишная такая. И вот смотри, какая. Вот это прикольно. Угу. Там очень много. Ну да, красиво. А что ж такое? Она еще падает. Слушай, я себе куплю обложку. У меня ужасная обложка. А вот смотри, какая. Давай мне подберем. Посмотри, какая. Показывай. Они же на любые паспорта, ну, как на стандартные, да? Такой же тени можно выбрать и визитницу, и обложечку для карточек. Ну да. Смотри, смотри, да, смотри, пока у меня все не упало. Я смотрю. Ничего страшного, мы потом привезем. Что вы мучаетесь, вот так снимите. Вот, видишь, что надо, нафотографируйте. Да, смотри. Вот, смотри, прикольные такие. Нет, да. Без понтовы. Да ну, ты не понимаешь. Себе выбирай. Вот мне вот такие нравятся. Ты видишь, кошечка, а не я кошечка. Вот тебе единорог. Себе кошку. Ёжики. А вот смотри, какая бы. Слушайте, у Лики все тут падает. Лик, я не с тобой. Я вообще эту девочку не знаю. Девочки, подвиньтесь, подвиньтесь, пожалуйста. Так, подождите, пожалуйста. Подвиньтесь, я в паспорт. Почему у вас вообще моя камера? А вы вообще кто? Вот тебе совушки нужны, будешь спать. Я хотела показать, у тебя все упало. Ищи мне красивую обложку. Вот. Мне, если честно, пока... Алиса в стране чудес. Не хочу. И такую не хочу. Это не я. Кактус. Кстати, прикольно, ярко.
Сама ты кактус. Принц. Вы понимаете, тут такое дело. Да, я в ластиках. И сейчас будет... Утонула в ластиках. Ластики. Начинаем. Итак, ластики. Так, подожди. Кактусы. Ластики, скотч, ножницы, рюкзак. Ластики, такой вот кубик Рубик. Ластики, пироженки. Ластики, животные. Так, а это что такое? Это что-то прикольное. Такие ластики. Какой засунули? Тихо, суть. Они засовываются. Пока Лика там мучится с ластиком, покажу вам ластики я. Итак, вот такой вот ластик. Я его засунула. Посмотрите, ластик. Вот такая вот кошечка. Боится чего-то. Здесь ластик. И здесь точилка. Я вам разве, знаете, что скажу? Очень удобно то, что здесь крышечка и ластик не пачкаться. Да. А еще не будет такая ластик кошечка. Не будет пачкаться. А еще есть такая окошечка. Интересно. Так это точилка, да? Точилка и ластик. А, у тебя есть красивая, да, точилка? Да. Тебе и не нужно. Можно было бы такой. Я бы вот такой хотела пластик. У меня точилка. Но у нас есть хороший. Мамочка, посмотри на это чудо. Думаешь, это чудо? Это, мама, ты просто не знаешь. Это самое настоящее чудо. Да ладно. Природа. Угу. Вот такой вот кактус в горшочке. А вот смотри, такие. Мне а последнее вот время цветет уже. Мне видите? Последнее время нравятся вот такие вот ластики полупрозрачные. Вот такие вот ластики полупрозрачные. Не знаю почему, но мне не нравится. Интересно, пахнет здесь написан лимончик? Ну, понюхай. А здесь? Что это? Как она? А здесь киви. Дай понюхай. Нет, да? Нюхайте. Мама, нюхай. Вообще не пахнет. Так. Ластики, пончики. Это самые такие макароны. Обычные ластики. Я даже не обращала внимания, такие даже ластики не хочу. А помнишь, ты покупала? У меня есть они. Я знаю. Я их даже не использовала. Ну ты мне скажи всем ребятам, они стирают хорошо или я не знаю, очень? Я не знаю, я ими еще не пользовалась. Ты ни разу ими не пользовалась? Ну, у меня просто слишком много ластиков было. Так, все, выходим из отдела ластиков. Пироженки. Котик, фломастер. Сейчас будет страшила. Глянь, посмотри. Череп. Я это уже показывала. Когда? Когда мы были в Леонардо. Череп. Кошка-пончик. Череп. Или кошка пончик. Череп. Или кошка. Череп. Вот это. Пока у Лики нервный тик. Посмотрите, ластик радуга. Мама, я хочу вот это. Смотрите, какие ластики. Сердечки. У меня, кстати, еще вот такой есть ластик. Я его еще не совсем использовала. Ой, смотрите, ластик смайлик. Вот это классная штука. Смотрите, здесь ручки в виде костей скелета. Четыре ручки. А еще здесь есть вот такой вот фламинго. И вот такой фламинго. И еще есть здесь такие вот... Это тоже фламинго? Я не знаю, короче, что это. Фламинго. Это не фламинго. Птички. Это птички, да. Кактусики. А еще вот это вот мама сказала, это учителям или кому кто-то сказал, не помню, кто сказал, на нервы действует. Наша подписчица сказала. Да. Вот. А еще вот такая вот ручка устала, такая хоп-хоп, массажик себе сделала. И все, нормально. Вместо того, наши пальчики устали, давайте там что-то это, вот такую вот ручку покупайте. Так давай покупай. Не, у меня пальчики не устают. Потому что я не пишу. Пишу. А еще есть такие вот ручки с бриллиантиками. Кстати, я вам как-то говорила. Смотри, красиво. Я вам как-то говорила, придумайте мне логотип. Как вы насчет бриллиантика? Никто ничего не писал, пишите. Забили, Лика. Да, вообще кошмар. А еще есть ручки космос. Смотри, вот такие вот текстовыделители. И они светятся в темноте. Вот этот сам стержень. Зачем в темноте для школы? А вдруг свет выключат? Оранжевый, я думала, это будет розовый.
Фиолетовый красивый. Оранжевый какой-то браком. Бракованный. Бракованный. А голубой не яркий. Вот этот красивый. Но фиолетовый, мне кажется, прикольный. На лайф не хватило цветов. А еще, смотрите, есть здесь тролли. Ой, смешарики, тролли. А еще здесь есть фиксики. Ну, как раз твои любимые мультики. Да, самые мои любимые мультики. Я их все время смотрю. Мне не очень нравятся. Кто не смотрит, смотрите. Еще текстовыделители вот такие. А вот такие вот у меня были. Угу. Но я ими не пользовалась. Да, я ими не пользовалась, потому что это без... Лика все набирает, потому и ничего не пользуется. Потому что это вообще ненужная вещь. Бэк-ту-скулик это опасная вещь вообще. Смотрите, я здесь нашла еще закладочки разные. Их очень здесь много. Очень-очень-очень много. Это не закладка, куда ты пошла? Почему? Это закладки, все. Конечно, я же говорю, тут разные. Разных размеров. Разные расцветки. Смотрите, закладки 3D с бубончиками. Мы вышли из буквоеда. В буквоеде мы ничего не купили. Ничего прям такого, что вам много чего есть интересного. Мы решили подождать. Подождать, походить еще, посмотреть, что есть еще поприкольнее, поинтереснее. Ну, а также будут новые завозы, новинки. Ну да, потому что это, скорее всего, прошлогоднее то, что у них осталось. Потому что вряд ли сейчас новые завозы к школе какие-то были. Сейчас идем домой. Дома вам покажу, что я купила в фикс-прайсе и протестируем ручки. Вот что я купила сегодня. Вот такую вот тетрадку, 80 листов, тетрадка в клетку. Мне очень понравилась обложка. Здесь Санкт-Петербург, вид Санкт-Петербурга. Ну, тетрадка как тетрадка, я взяла именно за обложки. Я в этом году уже, как говорила, хочу тетрадки с городами. Еще купила вот такую вот тетрадку, тоже Санкт-Петербурга, но здесь более уже в сиреневых цветах. Тоже тетрадка 80 листов и тоже тетрадка в клетку. И взяла еще вот такие вот ручки. Кстати, это ручки новинки. В том году я такие ручки не видела. Давайте посмотрим, как они пишут. И я думаю, что вот это вот ластики. Ну, посмотрим. Мне, может, это так кажется. Вот такие вот ручки. Очень приятные. Давайте проверим вот в этой тетрадочке. На первой страничке. Так, первая вот такая ручка. Синяя. Ну, хорошая ручка, тоненькая. Так, сейчас попробуем красненькую. Арбузик. Так, очень хорошо пишет. Хорошие ручки, мне очень нравится. Давайте попробуем, стирает ли этот ластик карандаш или нет. Или это просто как декоративное. Ну все, мое видео подходит к концу. Кому понравилось, ставь лайк. Не забывай подписываться на мой канал, если ты это еще не сделал. И всем пока-пока!